Бабушка, дай реакцию проверю. Какую реакцию? Не-не-не-не-не. Кино снимай, не бежать. Ролик выйдет сразу на двух каналах, на моем и на канале Дениса Чернова, поэтому подписывайтесь и погнали! Три рубля у вас не будет? Три рубля есть у тебя, парень? Не, вообще мелочи нет. Три рубля? Вообще мелочи нет. А, не-не-не, три рубля нет. Три рубля не будет у вас. На, на вот еще одну. Спасибо. Не будет у вас. Три рубля не будет. Бабка, я тебе сказал, нет у меня три рубля никаких. Три рубля не будет у тебя. Заколебал у всех просить уже. Что ты делаешь? Парень. Называешься бабушку с кулаками ты еще. Кулаком бабку ударил. Надо ногой, ну и типа. Да. Понял, да? И мы такие в сторону отходим, снимаем реакцию людей, хотя бы чуть-чуть даем им время отреагировать. И бабка подходит и раскидывает обоих. Ах ты, сука, меня хуй. Я загинаюсь. Ты иди сюда, хуй. Ну и все, расходимся и снимаем реакцию людей. Вот, примерно такая штука. А вчера ты так делаешь? А как? Да она заколебалась. Бабушка старая. Кулаком, да. Черти белки. Все. Я тебе говорю, вот так, без кулака. Я сейчас их научу. Бабушка, здесь сюда не... Сюда иди. Все. Козел вонючий, совсем уже молодежь-то распоясалась. Учить всех надо. Бабушка какая-то странная попалась. Это не бабушка, на самом деле, это актер. Это мы такую социалку снимаем просто. Да она какая-то, видели, буйная, дала нам под дых обоим. Правильно сделала. А она денег просит. Теперь нет денег, она только балсом. Еще парик ходит эти дали. Ну это. У меня волосы лысые просто, да, некрасивые. Спасибо, мужички. Это розыгрыш был. Держите денег. Это пранк, это артист, не переживайте. Это розыгрыш? Да, это мужчина. Это мужчина? Да. Скажи что-нибудь по-мужски. Здравствуйте. То ли полицию вызывать, то ли что. То ли помогать. Да, да, да. Тебя так ударили. Передача такая. Все, все хорошо, не переживайте. Дверь закрыта. Закрыта. Они работают. Работают. Как вам бабушка, как вам грим? Денис это все сам делает, это не так просто все. Ради нескольких реакций много работы происходит. Ребят позвали с канала «Гость», ссылка на них в описании. Игнат снимает, вот Влад снимается. Перчатки воняют. Перчатки воняют. Ну, только что их одел. И он это терпит. Потому что не надо было. Я тебе говорил, бумагу туалетную надо было брать, это и перчатки нормально, перчатки нормально. Вот. Три рубля не будет у вас. Я сейчас вот три рубля не будет. Ой, спасибо. Вот три рубля не будет. Не-не-не-не-не. Три рубля не будет у вас. Старая, я тебе сказал, ну нету, папа. Мальчик, ты чё? Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? Кулаком женщину. Ты чё? Кулаком бабушку, кулаком. Надо с ноги её херачь. Надо с ноги её бить. Ты чё? Кулаком он, дышь? Чтоб нормально было. Ты сука! Иди сюда! Иди сюда! Козлина! Не, это все розыгрыш, не переживайте, все нормально. Розыгрыш. Не, мы просто прикалываемся, рандомных бабушек бьем, все норм, это прикол такой.
Я не испугалась, я тоже могу дать. Кстати? Так, да. Но она-то, видишь, она в парике. Какая она бабка? Сейчас она находит, молодая. Да ладно. Что это мужчина, мы не верим. Ну, говорят, да, что мужчина, я не знаю даже. Нет, это так ты похожа на женщину. Баба. Я спросил, Валентина Петровна, говорит, зовут. А вы знаете, вызовите 112 скорую, подъедет все. И все. Ладно, мы так сами и сделаем. Фотка, давай, фотка. А как вас найти в этой жизни? Можешь посмешнее что-нибудь? Да-да. Короче, сейчас был крутой кадр, потому что много людей, они чувствуют социальную поддержку вокруг. То есть, когда один человек, он боится. Даже видели, ты меня бьешь, мы в сторону бабок идем, они такие начинают убегать, потому что очкуют. Когда много людей, то они сразу смелые, они начинают, ты чё? Они видят, я самый активный, я подхожу, ты чё, парень, вообще что? Херак! И они такие, чё происходит, типа, он же только сейчас заступался. Это было офигенно. Вот этот был кадр классный. Ладно, все, четко, ждем два светофора и снимаем дальше. Там, короче, ребенок был, мы поэтому решили не снимать. Пранк такой, ну, сами понимаете. Есть какая-то доля насилия в нем, хоть и постановочного, то важно, чтобы дети все это не смотрели. Мне вообще писали в прошлом ролике, что, типа, не любим насилие. Я сразу написал всем, что дисклеймер, ребята, все как бы, ну, то есть постановочно, все, никто не пострадал, тут картон. Вот, все норм. Но вы в комментариях можете написать, что вы об этом думаете, и также написать в целом, какие у вас есть идеи. А второй дом не знаете какой? Второй? Рубля не будет у вас! Нет, у нас не будет 3 рубля. Ну, косишь профессионально. Вы выкупили, а не выкупили. Говорит, косишь профессионально. Это что, можно? Да, блядь. Закос, ты что, не видишь? Покладывают в интернет. Интернет, приколы, бля, вот эти. Вот дураки-то. Ну, хоть так, Юр. А так, прикинь, как он пьяный, пятихатку даст. Пятихатку дал. А мне пятеру, пятеру, короче. Набрать. Спасибо за это. Да? Да, да, бывает и так. Парень, дай реакцию проверю. Ай, блядь. Бабушка, дай реакцию проверю. Какую реакцию? Лайки, комментарии за мужика. Да. Заступился, это по сути вот такая вот социалочка. Вот это круто. Круто. Парень, дай удар проверю. Ай, ебанул. Ай. Бабушка, удар проверю. Чего? Сейчас я проверю. Я его сейчас проверю. Это что за хуйня? Бабка, ты на хуй моего друга. Ты что, бабку бьешь? Ты что, дурак что ли? Ты что, бабку бьешь? Мы тут снимаем сцену. Все, не переживайте, фильма. В кино. Спасибо вам за реакцию большое. Мы снимаем сцену. Я каскадерша. Да, не переживайте. Мужчина, все нормально. Да. Мужчина? Все хорошо. Вот это мальчик так вступил. Уже не за бабку заступили, сейчас за меня. Че так мальчика? Надо говорить мальчика. А кто это? Вот это женщина. Блин, ну мужик меня мог прям в табло втащить. Он прям уже, ты че? Че? Че здесь происходит? Как меня бьет Дэн, чтобы вы поняли. Он руки в крови, я не знаю, откуда кровь. На руки в крови. Друзья, спасибо, что посмотрели этот ролик. У меня сегодня была самая большая возможность и риск получить по лицу, но меня спасла бабушка Валентина Петровна. Знаете, какой у нее удар? Она просто нереальная. Да, если бы не бабушка, меня бы сегодня вышибли. Это вот мужчина. У нас камера. Все нормально. Кулька. Так что, тележку помочь? Тележку, давай, да. Бабушка, тележку, говорю, давай, да. Конечно, убери. Тележку, я же говорю. Спасибо, что это посмотрели ролик. Он ее любит. Это моя любимая бабушка, самая моя просто. Продолжение у Дениса на канале. У Валентины Петровны. Да, заходите, ссылка в описании будет. А у вас случайно электронной курилки не будет? Нету. Ладно, занимайся этим. А у меня своя есть. Все, ребят, спасибо, что посмотрели, пока. Всем пока. Выходим из кадра. Да, ты туда снимай.